В Махачкале 9.45, студия Бедерниси Гусейнова. Здравствуйте. Новости. Исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев провел встречу с генеральным директором межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа Юрием Зайцевым. В рамках мероприятия стороны подписали дорожную карту по проблемным вопросам сетевой компании в части снижения уровня потерь, требующим поддержку органов исполнительной власти региона. Владимир Васильев встретился с журналистом Максимом Шевченко. Шевченко, как член Совета по правам человека при президенте России, рассказал главе региона о развитии гражданского общества в Дагестане. Сегодня в Республиканской национальной библиотеке в 11 часов под председательством секретаря Дагестанского регионального отделения партии «Единая Россия» Хизри Шахсаидова заседание регионального политсовета. Сегодня в 13 часов в Махачкале в лицее номер 3 библиотечный информационный молодежный центр совместно с отделением журналистики филфака ДГУ проводит профориентационное мероприятие «Моя профессия – журналист». Сегодня в Махачкале в 7-м континенте с 12 часов Республиканский центр медпрофилактики и Центр здоровья проводят акцию «Я дышу легко». На площадках здоровья желающим проведут диагностику и дадут советы по здоровому образу жизни. Завершится акция флешмобом. В небо будут выпущены голубые шары. В столице Дагестана стартует международная научно-практическая богословская конференция «Возрождение традиционного духовного наследия российских мусульман. Проблемы сохранения мусульманской идентичности в условиях мировой глобализации». Сегодня в Доме дружбы пленарное заседание и 5-й конгресс религиозных лидеров Северного Кавказа. В 26 муниципалитетах Дагестана прошла презентация федеральной программы «Ты предприниматель». ДГУ стал одним из опорных вузов по программе «Послы русского языка в мире». Список вузов определен на совещании по развитию программы «Послы русского языка в мире» в рамках медиафорума «Русский язык. Образование. Коммуникация. Партнерство». Новости культуры. Сегодня в Аварском театре юбилейный вечер, посвященный 70-летию заслуженного артиста России Магомеда Нурмагомедова. Вести спорт. В Российском университете дружбы народов прошел футбольный турнир среди студентов вуза и стран СНГ. Сборная Дагестана, обладатель Кубка по футболу, на интернациональном фестивале «Нас подружила Москва». Погода. В Махачкале 15 градусов.